Сегодня в нашем выставочном зале открывается необычная выставка. Она посвящена памяти примы-балерины Горьковского театра оперы и балета имени Пушкина Людмилы Константиновны Семеновой. 30 лет Людмила Константиновна служила в терпсихоре. 5 лет она училась училище театра оперы и балета и 25 лет служила на сцене. Мир тому, кто не боится ослепительной мечты. Для него восторг таится, для него цветут цветы. Бальмонт. Красивые стихи. Как раз Людмиле Константиновне. Впервые увидев танец на большой сцене, будучи ребенком всего 5 лет, Люда Семеновна всю жизнь полюбила это искусство. Семья Семеновых много переезжала, папу переводили по службе из одного города в другой. И вот в 1931 году семья поселилась в Нижнем Новгороде. В
1935 году в Нижнем, уже в городе Горьком, открывается театр оперы. А через год при этом театре открывается хореографическое училище. Людмиле в то время уже 15 лет. По всем хореографическим меркам, по балетным меркам, это много. Но когда преподаватели на вступительном экзамене увидели ее растяжку, сразу взяли, даже, можно сказать, без экзаменов. «Сердце мое из пяток взлетело к небесам». Это слова самой Людмилы Константиновны. Было трудно, тяжело. Говорят, что секрет красоты танцовщицы в осанке и грации. И еще в изматывающем труде до седьмого пота и радости от него. Первый танец неаполитанский в балете «Лебединое озеро». Потом «Лебедь» в кардебалете, участие в других танцах, балетов и опер. Каждодневные урок-классы, тренировки, репетиции. А потом война. И мы не можем не вспомнить об этом год памяти и славы в России. Вот слова самой Людмилы Константиновны о том периоде ее жизни. «Репетировали изо дня в день, час за часом, упорно и настойчиво. Голова кружится. Ведь все это на голодный желудок. Война. Хлынет кровь из носа. Вот тогда и хватит». Но театр работал, служил своему зрителю. И все годы войны Людмила Константиновна выступала в госпиталях перед ранеными. А дальше 1947 год. Ослабленная войной страна. Но в Москве на сцене Центрального дома работников искусств проводится смотр-конкурс творческой молодежи РСФСР. И Людмила Константиновна участвует в этом конкурсе. А в августе 1955 года Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил Людмиле Константиновне звание заслуженной артистки РСФСР. После завершения профессиональной карьеры Семенова начала работать с детьми. С детьми и молодежью, прививая им любовь к танцевальному искусству. Чуть-чуть дальше. Это моя гордость, моя вторая работа. Мои девчонки бежали ко мне на занятия с работы и учебы. Я создала свой театр балета. Так говорила Людмила Константиновна.
Опять. Встаньте, пожалуйста. Вам вот этот удивительный танец подарили. Детский, образцовый, хореографический коллектив «Визит». Руководитель Анна Васильевна Яковлева. Это детская школа искусств имени Льва Ашанина Лесниковского района. Слово предоставляется директору музея Марине Павловне. Нет? Так, девочки, вам сладкий подарок. Совсем чуть-чуть. Спасибо. Очень красивый танец. Больших вам успехов, девочки. Выставка «Образы балета» проходит в рамках культурно-образовательного проекта «Фестиваль танца имени Людмилы Семеновой», который организует Нижегородская общественная организация по развитию современного танца и перформанса «Траектория движения». Эта выставка состоялась благодаря ученицам Людмилы Константиновны. И я хочу их пригласить сейчас сюда. Во-первых, это автор выставки Морозова. Елена Павловна, пожалуйста. Сейчас. Ольга Владимировна Швычко, подходите, пожалуйста. Галина Юрьевна Малова, вы тоже подходите, пожалуйста, сюда. Вот это все девушки, посмотрите, какие они молодые и красивые. Это все ученицы Людмилы Константиновны. И еще я хочу пригласить сюда Оксану Григорьевну Рябовол, заместителя главы администрации Грохаевского района. Пожалуйста. И предоставить Оксане Григорьевне слово. Добрый день, уважаемые грохарчане, добрый день, уважаемые гости нашего города. Мы сегодня с вами присутствуем на замечательной выставке. Посмотреть еще даже краем глаза не успела, но только войдя в этот зал, вижу, насколько, вот знаете, интеллигентно, изящно. Чувствуется, что создавали эту выставку прям вот буквально каждую картинку, каждую скульптуру, да, очень нежными такими хрупкими руками, как, в общем-то, являются наши сегодняшние гости. Уверена, что сегодня на этой выставке мы получим много удовольствия и наслаждения. В моей практике это такая выставка впервые у нас организуется, да, и на базе Гроховца, и в том числе этого замечательного выставочного зала. Мы вам благодарны за то, что вы приехали к нам в Грохарев, за то, что для нас позволили вот окунуться в красоту балета. Говорят сегодня ведущие о том, что балет главное для балерины – это осанка. Невольно встали в ту осанку, которую должны. Мы чувствуем, тренироваться придется долго по этому поводу, но, по крайней мере, вот то ощущение легкости, то ощущение изящности, которое в балерине есть, я думаю, что сегодня все уйдем вот с этим чувством, так не забываем. Спасибо вам. Мы бы хотели сегодня вручить некоторые подарки нашим гостям. Знак внимания и благодарности, конечно, за то, что вы сегодня вместе с нами. Ну и старались угодить вам этим подарком, тоже с таким образом, некоторым изяществом показав вам его. Автором художественно-декоративной выставки является ученица Людмилы Константиновны Морозова Елена Ивановна. На ее создание Елена Ивановна вдохновили произведения таких художников, как Дега, Виноградов, Косоруков, великие, конечно, артисты Галина Уланова, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. Спасибо вам, Елена. Спасибо. Конечно же, сам танец, любовь к которому привела ученица Людмила Константиновна. У вас остались воспоминания о нашем городе, книга наша. Ой, спасибо большое. Теперь моя любовь. I love Гроховец ту. Малова Галина Юрьевна, арт-директор
проекта «Траектория движения» фестиваля танца имени Людмилы Константиновны, также ученица этой великой балерины. Соучастницы выставки, ее советы, конечно, мы тоже прислушивались к ним. И еще у нас один гость, который спрятался вот там среди зрителей, это Ольга Владимировна Швычко. Наш гость из Ярославля. Вот видите, специально на открытие она приехала из этого волжского города. Это человек тоже удивительный. Современное искусство. Перформансом Ольга Владимировна вот этим удивительным искусством сейчас обладает на международном уровне. Сотрудничает с Ярославским художественным музеем, правильно? Да. И, конечно же, эта выставка не могла бы состояться без родственников Людмилы Константиновны Семеновой. Здесь присутствует ее двоюродная сестра и, конечно же, Марина Владимировна Дмитриевская, племянница Людмилы Константиновны, которая, собственно, вышла на наш музей с этой красивой инициативой. Пожалуйста. Мне хочется сейчас предоставить слово автору выставки Елене Ивановне. Пожалуйста, давайте подержим. Здравствуйте, уважаемые посетители, уважаемые зрители. Я настолько тронута вот сегодня этим днем, потому что я даже не ожидала, что вот мои работы могут таким образом вдохновиться, воплотиться. Наверное, здесь помогают еще стены этого старинного здания. Эта выставка родилась давно, она уже 6 лет существует. И во многих было местах, и в каждом месте она по-разному себя ведет и по-разному выглядит. Где-то она очень миниатюрная, скромная такая красавица, где-то она воздушная. Ну вот здесь я просто не знаю, как найти какие слова, здесь она просто божественная. Поэтому я так благодарна вот всем, кто сподвигнул меня на это, конечно, Мария Владимировна, человек, который просто сказал, ну надо, 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 надо. Спасибо большое администрации города Гроховца, потому что, ну, нет слов, насколько я сегодня воодушевлена, и я думаю, что Людмила Константиновна сейчас нас видит, и, конечно, тоже ей это очень приятно. Вдохновилась я сделать эту выставку такую образа балета после того, как Людмила Константиновна ушла из жизни. И это была первая, и затем мы с учениками решили сделать фестивале балета. И вот к первому фестивалю была сделана эта выставка. Вдохновили, конечно, меня не только Плесецкая, Уланова, Дега и прочее. Конечно, это прежде всего искусство балета, которое нам подарила Людмила Константиновна Семенова. Вот сейчас я вижу здесь ребят, таких же маленьких, таких же 10-летних, 12-летних. Девчонок, я просто себя вспоминаю. Я тоже в этом возрасте пришла к Людмиле Константиновне. И это очень здорово, что большое счастье и великая удача, что в детстве, когда страницы жизни, это я писала текст к фильму, который я хочу сделать об этом событии, о выставке, когда страницы жизни еще пустые и душа открыта миру, встречается именно тот человек, который наполняет душу твою содержанием и начинает писать на страницах твоей жизни историю, которая наполнена смыслом, открытиями, творчеством, преодолением трудностей, реализацией своих способностей, радостью и успехом. Мне в жизни повезло.
Понимаете, это человек, который практически сделал мою жизнь, потому что до сих пор мы живем этим искусством, этим творчеством, этим знанием, умением и всем, что она передала нам в наши сердца. Выставка выполнена, она выполнена во флористической манере. Почему так? Дело в том, что у меня так сложилось, что я в жизни не только люблю балет, но очень полюбила флористику. Видимо, внутри и внутри вас, наверное, сейчас живут еще какие-то интересы, которые, может быть, впоследствии они возникают в человеке, они оттуда рождаются. И, может быть, даже вы и не знаете, кем вы будете через 20 лет. Вот так у меня случилось, что флористика меня настолько захватила, и теперь, когда я этим занимаюсь, мне вдруг кажется, что танцую не я сама, а танцуют цветы. Потому что вы видите, что в коллажах этих, они основаны на основе ассоциаций с какого-то образа. Образа Жизели, Адетты и Адили, образа Эсмеральды, Кармен. И когда мы в конце выставки, кто останется и захочет как бы послушать историю каждого коллажа и каждой работы, и ну, более так подробно узнать о создании этой выставки, то я расскажу, как рождалась каждая идея. Это было, конечно, кропотное дело. Естественно, каждая картина рождалась долго, и она рождалась. Поэтому здесь результат многодневного такого труда, многотрудного как бы дела. Мало того, здесь поучаствовали мои подруги, соратники, сотрудники, коллеги. Здесь есть и декорирование различное, здесь есть и картины, и другие флористические работы, которые сделали тоже мои коллеги. И я им очень благодарна, потому что тема балета, она вообще очень вдохновляет всех, потому что даже вот сегодня приходили люди и даже написали отзывы о том, посмотрев выставку, сказали, что мы вдохновились и хотим теперь на балет. Вот именно этого как бы я и добивалась, чтобы в нашей жизни были вот такие всплески радости, желания увидеть красоту, желания жить в красоте. А у меня всегда желание, чтобы вокруг нас была красота, поэтому вот выставка так и родилась. Я же сейчас являюсь педагогом, работаю тоже с детьми, обучаю их флористике. Поэтому вот один из стендов посвящен творчеству нашему совместному с моими учениками. Называется «Творческое объединение флористика» в Нижнем Новгороде, в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области. Здесь же представлены различные личные вещи Людмилы Константиновны, которые ко мне попали совершенно случайно. Однажды я пришла к ней домой помочь нарядить елку под Рождество. И она сказала: «Ищи, Лена, вот там на антресоли». И Лена полезла на антресоль. Вынула какую-то серенькую коробочку небольшую, в которой что-то сверкало. Я подумала, что это игрушки. Достала, открыла и увидела, вот, что там какие-то пайетки, что-то такое красивое. И говорю: «Людмила Константиновна, что же с этим? Это не игрушки. А возьми себе. Может быть, ребятам пригодится в кружке. Куда-нибудь приклеите, что-нибудь там приладите». Когда я дома раскрыла эту коробочку, она была очень маленькая. Я ее вынула и подумала, что я не могу это приклеить куда-нибудь. Я хочу это показать людям, хочу поделиться этой радостью. И вы видите, что во многих работах в коллажах, я оформила их в коллажах, вы видели, наверное, я сейчас расскажу, старинные диадемы, различные детали костюмов, бусики какие-то, может быть, какие-то кольца на обычных резиночках, какие-то в уши там украшения и так далее. Все это было в этой коробочке маленькой, но я так разложила, что получилась целая выставка. Вот она меня вдохновила дальше уже на создание
образов балета, вот там лежит книга «Образы балета», «Image of the Ballet», то есть я даже просто решила, что я сделаю так, мне это очень интересно. И вот видите, вот так вот одно за другим сложилась эта выставка. И, конечно, она уже вот здесь 12-й раз выставляется, но первый раз она выехала за пределы своего города. И это очень трепетно вот здесь, и очень приятно, что она в таких божественных стенах. И спасибо вам большое всем, что вы нас приняли. Мне очень приятно, и спасибо большое. Спасибо за добрые слова. А мне хочется предоставить слово арт-директору культурно-образовательного проекта фестиваля танца имени Людмилы Селёновой Маловой Галине Юрьевне. Скажите, еще раз. Уже вечер, еще не вечер. Добрый, все равно добрый день, вечер. Ой, и очень добрый горохалец и жители города. Очень приятно здесь находиться. Это атмосфера, которая нас очень захватила, поглотила. И мы с удовольствием знакомимся с городом, который завтра нам еще обещала Ирина Анатольевна показать. Вот. Но поводом, естественно, сегодня послужило для того, чтобы мы с вами собрались, Людмила Константиновна Семенова. Личность, от которой все закрутилось, и вот уже несколько лет, но на протяжении нашей жизни, понятно, почти вся жизнь с этим связано, крутится, но вот все больше и больше людей притягивает эта личность. С ее уходом мы стали делать культурно-образовательный проект «Фестиваль танца имени Людмилы Семеновой», реализовывать. И понимаете, этого проекта не было бы, если бы не вовлекались обыкновенные люди, обыкновенные совершенно, разных социальных слоев, разных возрастов, с различной своей лептой, которую они вносят в то, чтобы сохранять русскую культуру. И кто-то это делает неосознанно. Вот вы сегодня пришли, вы встретились, вы познакомились, кто-то случайно попал. Это происходит по-разному. Ну, наверное, в этом и есть магия личности, выдающейся балерины и педагога. Поэтому мне хочется поблагодарить и вас, и всех тех людей, которые вот за это время поучаствовали в культурно-образовательном проекте. Выставка «Образы балета» является одной из составляющей этого проекта. Также с нами сотрудничает, например, Ирина Сироткина. Это историк танца Российской академии наук. Мастер-классы мы проводили, в которых участвовали артисты балета нижегородских театров, например, Камерного музыкального театра имени Степанова. Насыщенная программа культурно-образовательных проектов, в которые включаются и студенты-хореографы нашего Нижегородского областного колледжа культуры и образовательных различных учреждений. Мы думаем, вы сегодня тоже получите информацию и захотите ею воспользоваться. 6-й фестиваль танца имени Людмилы Семеновой пройдет 16 февраля в 13 часов, это воскресенье будет, в Дворце культуры имени Сергея Орджоникидзе в городе Нижнем Новгороде. Вход свободный, приезжайте. Этот фестиваль уже пройдет третий раз. ДК Орджоникидзе на площадке, да, третий уже раз пройдет на этой площадке. И почетным гостем фестиваля будет Марихира Ивата. Это заместитель директора по художественному руководству балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета. Вот видите, как притягиваются совершенно разные люди. И лепта, как я сказала, разных людей совершенно разные. И тех, которые сидят в зале, те, которые организуют. Вот как сегодня, здесь, вчера, вот несколько дней, ну, разные совершенно люди позаботились о том, чтобы вот это состоялось. И хочется поблагодарить Ирину Александровну Кучеренко, заведующую отделом культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района Владимирского округа.
Татьяну Васильевну Богатову, директора Гороховецкого района, районный центр культуры. Вот тут написано «Мы будем ничего не ставить». Спасибо. Спасибо. Ну вот мы можем говорить, если бы не, и вот таких очень много. Марина Павловна Павлухина, директор государственного учреждения Варенской области, Гороховецкий краевой музей. Спасибо огромное. Вам процветание вашего музея, просто впечатление. Еще завтра. Спасибо. Ирине Анатольевне Ладушиной. Вот уже просто мы так роднились за эти дни, оформляя выставку. Спасибо вам большое. И Марии Владимировне Дмитриевской. Вы уже видели, это племянница Людмилы Константиновны. Понимаете, вот так получилось, я почему говорю притягивается. Мы потерялись. Вот после похорон Людмилы Константиновны в 2014 году мы потерялись и не знали, как найти. Мы не знали, я не знаю, искали ли вы нас, но мы-то точно хотели. Вот. И когда на третьем фестивале подходит женщина, говорит, через соцсети, ВКонтакте, из Москвы написали, а вот пробудет фестиваль, а не ваша ли это родственница? Ну вот, понимаете, вот сколько людей завязано через разные коммуникативные способы. Спасибо вам огромное. И, собственно, вот здесь-то вот это все и началось с Марии Владимировны, у которой есть великолепная дочь Анастасия, художественный критик, но по современному искусству, уже по современному, но очень человек интересный, молодой, которую приглашают и в Германию, сейчас она живет в Москве. Вот она помогала тоже в создании этой выставки. Спасибо. Поэтому и вас всем, и приглашаю вас на фестиваль еще раз. Большое спасибо. Вы уже знаете имя Людмилы Семеновой, а дальше можете знакомиться вот самостоятельно, как угодно. Выставка так подготовлена, что можно изучать, потому что она художественно-документальная. Спасибо. Ну и, конечно, слово предоставляется племяннице Людмилы Константиновны, Марии Владимировне Петриевской. Большой добрый день, дорогие друзья, именно друзья, потому что вот все, кто сегодня сюда пришел, они объединились уже таким, в общем, настроением этой выставки. Вот это состояние возвышенного такого вот искусства, которое балет, оно как магнит вообще притягивает людей вот в это сообщество. Уже многое сказали то, чего я хотела сказать, но я хочу добавить, что действительно в нашей жизни не так все просто случается. И слава Богу, что есть эти мосты, которые нас связывают вообще друг с другом. И хорошо, что они с годами, чем больше, тем лучше. Поэтому я всем ребятам, вот кто сегодня присутствует, на будущее желаю тоже приобретать как можно больше таких, налаживать мостов, чтобы у каждого жизнь тоже была более насыщалась, именно обогащалась вот этим присутствием замечательных, одаренных, творческих людей, которые питают, которые помогают нам в жизни вообще видеть красоту. И со своей стороны я, конечно, сегодня поздравляю Елену Ивановну Морозову с открытием выставки в этих стенах. Это просто вот, ну, мы это мечтали, просто даже мечтать сложно было. Я хочу подарить Елене Ивановне большой подарочек. Вот. На нашей земле есть тоже, в общем-то, люди, которые создают красоту. И здесь вот игрушечка-балериночка. Вашу коллекцию. Спасибо. Да, вашу миниатюру. Спасибо. Вот. Огромное спасибо, потому что вот подпитка идет невероятная просто, когда окунаешься в это искусство. Вот, и когда видишь, потому что я говорю, зал, ну, он когда здесь была предыдущая коллекция, он такой был лаконичный, такой строгий, и все, вот были карты, которые, в общем-то, такая замечательная была выставка. А когда уже поместилась вот эта выставка, которую привезла Елена сюда, он совсем стал другим, этот зал вообще. То есть вот желаю в дальнейшем, чтобы зал каждый раз преображался и, в общем-то,
много таких интересных выставок впереди, чтобы было. Хочу поблагодарить Галину Юрьевну Малову. Где она? Вот здесь одна, вот здесь. Вот, который во всем помогает Елене Ванне, в общем, которая является индикатором и вообще вот просто такой замечательный человек. Вот я хочу подарить книгу Алексею Ивановичу Фатьянову. У нас в прошлом году Алексей Иванович Фатьянов был юбиляром, ему было 100 лет, а Людмиле Константиновне будет 100 лет. На следующий год, в 2021 году, то есть это следующий год, через год. Это люди жили вообще в одну эпоху. Вот. И каждый обладал своим даром, каждый обладал даром, в общем, делиться своим творчеством с другими людьми. То есть это люди, конечно, невероятные. Это опять же тот же мост, который нас связывает с теми людьми, вот как бы с той эпохой, с 20 веком, с людьми, которые создавали культуру вот 20 века. Сегодня еще знаменательное событие в том, что выставка пересекла границу Нижегородской области и переехала в Владимирскую область. Мы тоже к этому шли совместно. Вот, это тоже не может не радовать. Поэтому, Татьяна Васильевна Богатова, я вас тоже очень благодарю. Потому что благодаря вот этим мостам, которые... Мосты налажены. Спасибо огромное. Крепкого здоровья. Всего самого. Тоже Алексей Иванович. Спасибо. И, конечно, вот музею историко-архитектурному, да, Марина Павловна, здесь можно вам вручить тоже книгу нашего земляка. Спасибо. Ирина Анатольевна Ладушной тоже отдельная благодарность, потому что это все собиралось совместными усилиями. Огромное всем спасибо. Я благодарю своих коллег, свою семью благодарю за помощь, за поддержку, за все. Всем желаю всего самого доброго. И все, кто с нами приехали, тоже всего самого хорошего. А я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришел к нам в гости. Мы вас всех любим, всех всегда ждем к нам в гости. И хочу передать сейчас опять слово автору выставки. Пожалуйста. Я просто хочу сейчас сделать переход снова к выставке, поскольку сейчас я могу рассказать о ней более подробно и рассказать о том, что люди, которые приходят на выставку, вдохновляются. И вот в руках у меня стихотворение поэтессы нижегородской Эльвиры Куклиной, члена Союза писателей России. Она, побывав на моей выставке, написала такие строки. Можно я не по микрофону? Вот он, миг судьбоносной встречи, рукотворной красы с балетом. И почти неуместной речи, слишком много в слиянии этом. Так рождается только чудо пересечения, распахнувшийся космос чувства и талантливых душ свечения. Горстка блесток, лоскут вуали, отзвук грома былых оваций, и любуешься, и едва ли сможешь вдоволь налюбоваться. Целые жизни, пропетые в танце, разворачиваются страницы. Здесь мгновение смогло остаться, не закончиться, воплотиться. В чьей-то памяти костюмерной, где хранятся слова и взоры, филигранность жеста, безмерный мир избранницы Терпсихоры. Вальс пульсирует, дышит сцена, посмотри, без пуантов, грима, воспаряет душа, бесценно, прямо к вечности, браво, прима. Последней фразе у меня появляются слезы. И сейчас перейдем к более обыденному, к труду. Во-первых, очень интересно, здесь слились мои две страсти. Страсть к балету и страсть к флористике.
Балет трудное очень искусство, знаете, да, девочки, особенно которые занимаются танцем, знают, как это дается, а уж как дается артистам балета профессионально, какие натруженные ноги, какая кровь, какие болезни, какие различные потом идут осложнения, это все понятно, это айсберг, это то, что наверху красиво на сцене, то, что труд, а он остается за кулисами. Также и флористика. Вот вы видите здесь картины, все красиво, но они сделаны не случайно. Каждая картина сделана в своем собственной технике. Либо это, я сейчас расскажу, если кому интересно. То есть тоже интересный подход к созданию флористических композиций. Итак, с чего начнем, кто останется? Может быть, всем тогда походим? Ну, во-первых, давайте так. То, что сделано в таких вот рамах икеевских, да, это то, что Константина мне передала, и я просто это оформила как коллаж. Затем мне было очень интересно пойти от образов балета. И вы видите сердце в центре зала, вот эти две композиции, которые посвящены персонажам Адетта и Адилия. Вы знаете, кто такие Адетта и Адилия? Да, пойдем.